Всем привет, дорогие друзья, с вами Видит. И сегодня мы рассмотрим уровень Сириус. Это демон. И попытаемся его пройти. Опачки, я сквозь блок пролетел, видели? Ну это нереально красивый уровень. Я вообще не понимаю, как такое вообще возможно сделать. Я представляю, сколько тут механизмов. Это замечательно. Это лучше не бывает, называется. Ладно. Так, там он после этого делает лазер, ну там один уходит, там задний уходит и передний лазером стреляет. Если блок детал, то он, по-моему, просто белыми шипами стреляет. Насколько я знаю. Ну, наверное, реально просто вообще не... Я просто респект. Как это понимать? А это как понимать? Не, ну хоть уровень красивый, но это не уменьшает количество багов. Баги в этом уровне все равно присутствуют. Вот как вот это. Что меня сейчас убило, непонятно. Вот что меня убивает? Очень странно. Замечательно. Потрясающе, мать твою. Это еще лучше. Я спрашиваю, что меня убивает?
монеточку. Монеточка — это всегда хорошо. Да блин, компот на том же рекорде. На том же месте, ё-моё. Нет. Забываю то, что там нужно вниз. Вверху там эти цветочки летающие. А внизу там ничего нет, там даже просто нужно присесть, так сказать. На том же месте, ребят. На том же месте, это плохо. В том же месте это серьезно плохо. Это не это да, да, это ужасно. Ну и уровень все. Смотрите. Скажите мне, что убило меня. Вот сейчас я вообще не понял, что меня убило. Вот это вообще непонятно ни хрена. То воздух убивает меня, то другой убивает. Воздух убивает, да, вообще просто замечательно. Я что-то особо не понимаю. Я понял, кажись, там задний стреляет, не стреляет в середину, а передний стреляет в середину. По крайней мере, мое мнение, по крайней мере, я так думаю. По-моему, они оба стреляют в середину. Я так за этим не слежу. Потрясающе прям. Знаете что, вот если сейчас не получится, давайте попробуем в практике. Поймем, чудо как. Поймем, дорогие мои друзья, чудо как. И потом уже будем пробовать в норму. Если, так сказать, попрактиковаться, для практики мы попробуем практик мод, а потом уже можно. И чтобы, так сказать, запомнить, что и как там делать. Давайте у меня это, да, у меня контакт не снимает.
Так, стоп, стоп. Стоп! Да-да, они в середину области. Они везде стреляют. Они везде стреляют. Смотри. Они абсолютно везде стреляют. Они реально везде стреляют. Да ты что вытворяешь? Ох, ё! Ты что вытворяешь, конь? Ох, ё, короны, давай! Да блин! Задолбала ты! Реально задолбала ты, конь! Да, ёк короны бабай! Да ёк короны бабай! Я не понимаю! Я не понимаю, что... Я не понимаю, что... Что? Я ничего не понимаю! Блин, да ты что вытворяешь? Ох, ё! Он что-то слишком дерзкий. Опачки! А как? Как там? А как там пройти? А я понял. А это вообще возможно? Чего? Что? Я не пойму. А чё? А чё? Я не понимаю. Мы прошли серию с практик мод. Окей, давайте. Я запариваться не буду, я сделал где-то попыток 10. Попыток 10 и все. Не больше, не меньше, дорогие мои друзья. Ну как будто не было, все равно его не пройду. Все, давайте, давайте, давайте попробуем. Все, молчим. Замечательно. Я ни хрена не понял, что меня убило. Блин, еще сморкаться не хватало видео. Вообще хрень было.
непонятно. Но поскольку они, так сказать, перезаряжаются очень быстро, то есть они вам дают передохнуть только буквально полсекунды. Примерно. То есть они буквально без передышки стреляют. Как он мне что-то подлагнуло? Ну что ж, дорогие мои друзья, 61%. Мы хотя бы рекорд побили. Уже радует. Ладно, давайте мы на этом попрощаемся. Уровень, хочу вам сказать, просто вообще охренительный. Давайте посмотрим по-быстрому так. Пробежимся, какие у него уровни еще есть, кроме Сириус. А что это? А чё он такой долгий, слышь? Это чё? А, я этот уровень знаю, я знаю. Я знаю его. Я знаю этот уровень. Ну, я знаю, я помню. Я помню, дорогие мои друзья. Ну, давайте мы на этом попрощаемся. Всем пока, дорогие мои друзья. С вами был Дидж. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И если вы хотите, чтобы у меня было на канале побольше видосиков по Geometry Dash, там еще какие-нибудь именно посвященные каким-нибудь определенным уровням, то просто напишите в комментариях, или давайте мы наберем 4 лайка, или в комментариях напишите. И сегодня, чтобы их было больше, я, конечно, и так их буду снимать, но не так часто. Ладно, всем пока, дорогие мои друзья, с вами был Дидж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и не забывайте писать свои комментарии. Всем пока, дорогие мои друзья, удачи!